Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о смартфоне от компании Xiaomi Mi 9T, еще известном как Xiaomi Redmi K20 на китайском рынке. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится, и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. При свете узор на задней поверхности корпуса смартфона словно оживает на глазах, разгораясь ярким пламенем и несчетными переливами, а в темноте от него исходит спокойствие и изящество. Благодаря скругленному стеклу корпус просто не хочется выпускать из рук. Размеры смартфона. Высота 157 мм, ширина 74, толщина 8,8 мм, вес 191 грамм. Диагональ экрана 6,39 дюйма. Разрешение экрана 2340 на 1080. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем от Samsung диагональю 6,39 дюйма, завораживающим великолепной картинкой при каждом включении. Экран оснащен дактилоскопическим датчиком. Тип операционной системы MIUI V10.2 под управлением Android 9 Pie. Разблокировка стала еще быстрее. Седьмое поколение сканера отпечатка пальца под дисплеем использует скрытый оптический блок. Его чувствительная площадь возросла на 100%, а переработанные программные алгоритмы делают разблокировку еще безопаснее и умнее. На задней панели корпуса расположен тройной модуль основной камеры. Основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582 обеспечивает высококачественную съемку. Он также дополнен широкоугольным модулем на 13 мегапикселей и 8-мегапиксельным датчиком с телеобъективом для зума. При широкоугольной съемке с углом 124,8 градуса используется технология коррекции трапеции искусственным интеллектом, предотвращая деформацию объектов и сохраняющая их первозданную красоту. Благодаря светочувствительному элементу 1,2 дюйма, большому пикселю 1,6 мкм и использованию новых алгоритмов искусственного интеллекта, съемка в ночи захватывает еще больше света и передает всю притягательность ночной атмосферы. Замедленная съемка с частотой 960 кадров в секунду захватывает каждый момент и позволяет увидеть новые детали. Теперь фильтры из фотографий перебрались и в короткое видео. Тонкая талия, длинные ноги, красивые плечи — и все это доступно по простому нажатию. Устройство оборудовано выдвижным модулем фронтальной камеры. Разрешение фронталки 20 мегапикселей. Отверстия и насечки на экране отсутствуют. Объем оперативной памяти 6 гигабайт, объем внутренней памяти 64 или 128 гигабайт. Графический процессор Qualcomm Adreno 618. В модели установлен процессор Snapdragon 730, производительность которого улучшена до показателей флагманов. Впервые в процессоре Snapdragon 733 в комплектации используется аппаратный ускоритель искусственного интеллекта смартфона. Опробуй сверхмощный двойной режим Turbo для больших побед в любых играх. Mi Turbo использует базовую оптимизацию программного обеспечения, что обеспечивает снижение зависания во время активных игр и плавность перехода картинок и действий. Благодаря наличию нового модуля NFC можно открыть дверь, оплатить проезд, совершить покупку. Достаточно просто приложить смартфон. Смартфон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Смартфон также оснащен скоростным Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0. Смартфон поставляется с зарядным устройством на 18 Вт, которое значительно сокращает время зарядки, ускоряя ее и приводя ваш смартфон в готовое состояние гораздо быстрее. Емкость в 4000 мАч позволяет вам долгое время наслаждаться работой. Берите его с собой в поездку, на учебу и работу. Данный смартфон — ваш надежный компаньон надолго. Если вы уже успели стать обладателем этого смартфона, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого телефона. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!